Николай Бурьян родился 11 марта 1998 года в городе Городовиковск, Республики Калмыкия. В 2006 году вместе с семьей переехал в Ленинский городской округ. В 2014 мужчина поступил в колледж сферы услуг города Москвы. С самого начала специальной военной операции Николай понял, что ему необходимо присоединиться к другим патриотам своей родины. И в сентябре 2002 года ушел на СВО. Прошлым летом боец получил смертельное ранение. За проявленное мужество и отвагу Николая Бурьяна посмертно наградили орденом мужества. А в память о герое в образовательном центре «Успех» открыли символическую парту, названную его именем. У него будет своя именная парта в новом образовательном центре. Она будет стоять в музее, и дети смогут подходить, и для них будет пример его мужества и отвага. Очень символично, что это парта героя. Она отсылает нас к тому, что героями не рождаются, ими становятся. И, наверное, именно в школьные годы происходит формирование характера, формирование ценностей, которыми потом человек живет всю жизнь. В рамках федерального партийного проекта «Единая Россия. Новая школа» такие парты героев открывают в разных образовательных учреждениях Ленинского городского округа. На этом торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, настоятель Спасского храма, а также семья Николая Бурьяна. Но он сказал: «Видно, мама, это судьба, надо идти». Он не убежал, как другие. Он взял себя в руки и пошел. Он уже не плакал, он уже не поворачивался, он просто стал мужчиной. В знак уважения и памяти героя ученики школы совместно с гостями мероприятия почтили погибшего участника СВО минутой молчания и возложили красные гвоздики. Дети должны, получается, смотреть и не забывать о наших героях, которые воюют и воевали за нашу родину, за Россию. Время выбрало нас. Именно так говорят солдаты и офицеры. Их подвиги будут чтить и помнить всегда. А такие символические парты будут напоминанием для будущих поколений о героизме бойцов. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.